Привет! Возможно, кто-то все еще не знал, что мебель можно хранить в багаже семьи. И я сейчас покажу как. Заходим в режим строительства, выбираем, что хотим отправить на хранение. И перетаскиваем вот так. Теперь ты можешь найти эту мебель в категории семейного багажа. Это очень удобно, особенно при переездах, когда тебе нужна конкретная вещь, а не вся мебель из дома. И точно так же ты можешь доставать свои вещи из багажа семьи и размещать на участке. А если тебе помогло это видео, не забудь поставить лайк и написать комментарий.